Всем привет, с вами я, Александр Навас, и в данном видеоролике сегодня я играю в... Как он называется там? Clash of Castles. Сегодня я поиграю в эту игру, и, в общем, перед началом просмотра этого видеоролика подпишитесь на мой канал Навасов, и я начинаю. Итак, ребят, мы начинаем. Так, здесь у нас игра, здесь у нас все, здесь можно старт батл, батл опticons, мультиплеер, эндгейм. Ладно, мы начинаем. Start Battle и нажимаем Continue. Так, здесь у нас сразу начинается игра, и мы уже вошли в онлайн, так как это онлайн игра, и уже кто-то против нас играет, да. Так, как здесь настроиться? Уже забыл, как играть. Так, на нас уже кто-то идет, по-моему, да? Так, здесь можно так вот сделать. Так, здесь выпускаем своих этих воинов. Так, сюда можно тоже ставить их. Так, значит, здесь можно... Так, этих я даже ставить не буду. У нас тут с этой стороны, поэтому мы ставим их. Блин, не туда. Ладно. Не того парня, точнее, сделал. Ладно. Неважно. Так. Сейчас я попробую пройти это все. Нам надо добраться до его... этой штуки. До второй. Давайте я так и сделаю. Давайте я просто вот так вот наспавню. Я не знаю, как-нибудь. Так вот наспавню. Просто наспавню у них вот так вот как-нибудь. Так вот, может они там как-нибудь разберутся. Нет, нас уже походу убивают, не? Или нет? Ладно. Так, спавним сюда, то есть чтобы они были. Так, сюда, 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 сюда. Получается так. По-моему... Насколько я понимаю, мы проигрываем через данный момент. Нас просто сейчас, смотрите, просто вот так вот мочат всех. Так, мы собираем этих. И чё, это все? В смысле, это все? Чё, вообще, ноль, что ли, вообще? Давайте как-нибудь. Так вот, учите. Да ему, походу, вообще пофиг. Мочим врагов пока что. Ну, а мы переносимся сюда. Тоже сюда их. Хотел сказать, плентим. Так, сюда тоже. Плентим. Так, пока что у нас все нормально. У нас пока что... Да, мы проигрываем, конечно, ну ладно. Можно убить их. Так. Так, еще этих. Так, то есть мы заспавнили, мы что-то сделали. Так, сюда тоже заспавним, давайте. Этих. Очень там их-них этих мочат. Сюда мы еще бомбу кинем какую-нибудь, вот, чтобы ее разломать. Так, нас тоже тут уже мочат, но мы уже выигрываем, как бы, так что без разницы уже. Так, сюда, блин. Что, не спавнится, что ли? Так, все. Мы выиграли, это victory. Мы выиграли этот батл в онлайне. Так, и вот у меня перенеслось обратно на LAN-хост. Здесь можно пройти, ну то есть выбрать какой-то сервер. Ладно, выходим пока что сюда. Давайте мультиплеер проверим. А здесь нужно connected два плеера. Ладно, теперь нажимаем сюда, нажимаем опять miss mission, эту штуку, чтобы миссия пошла. Так, дальше опять же сюда. Мы берем постоянно этих, потому что они самые самые крутые, самые эти из 9 каких-то этих. Так, прайс. Здесь надо по прайсу смотреть вообще. Вот, значит, еще надо этих выбрать. Прайс 400, прайс 500. Ладно, давай, заспамься. В смысле, там пушку появилась или что? Вот, давайте, пусть они... Не знаю, как...
пытаются, может, они выиграют. Их же теперь много. Смотрите, что-то делается. Надо вот так вот приблизить, может, как-то. Чтобы вы видели, что здесь вообще происходит. Вот я заспавнил только что. Могу заспавнить еще. Только посмотрите, что здесь происходит. Так, у нас здесь на поле битвы идут эти парни. Так, мы заспавним этим. Пусть они мочат этих. Сюда это. Так, все. И сюда мы заспавним куда-нибудь. Туда, вот этих вот. Чтобы они ломали их не этот. Так, ну наши пока что проходят нормально, то есть. Еще не мочит даже, то есть все нормально. Так, сюда мы заспавним еще просто солдат, сюда обычных этих, еще одного коня. Здесь просто этого парня заспавним, чтобы он там как-нибудь помогал ему. Так, пока что все нормально в онлайн. Так, сюда заспавним опять этих, сюда коня заспавним. Так, сюда, в общем, тех парней. Получается, здесь мы заспавним этого. Его сейчас, наверное, замочат. Но пока что его не замочили, можно тут еще заспавнить этих. Еще одного этого. И еще одного этого. Так, мы заспавнили лучников, лучники. И здесь эти еще. Гигантов давай. Гигантов давай. Так, сюда этих. Так, все. Значит, получается, здесь все сделано. Так, здесь дальше плантим этого. Так, там все уже, то есть конец карты, видать. Так, здесь тоже заспавним этих, все. В общем, их дофига. В общем, да, мы выиграли опять, и давайте еще один матч с кем-нибудь, пока подключается. Ждем, пока что подключится. Давайте Battle Opticons, кажется, нажму. Фантастическая, там какая-то яркость, ну ладно, неважно. Здесь можно настроить экран там или что. Все. Мы зашли опять. Ну погнали. Мне нужно заспавнить вот этих за 500. Ребята за 500, которые. Вот они. Все, заспавнили, все нормально. Так, еще эти у нас идут, получается. Так, здесь, получается, я заспавню обычного вот этого вот. Чтобы... Так, и пока что никто больше не идет. Так, здесь гигантов заспавню. Дальше здесь с топориком идет. Сейчас я его убью. Так, побежал уже. Так, здесь тоже еще одного этого. Дальше 16 этих сюда куда-нибудь, чтобы выиграть сразу. Так, здесь сразу троих, здесь коня, чтобы он убивал. Так, здесь, мне кажется, на нас никто не нападает, так как я уже выиграл почти. Так, сюда, блин, не того заспавнил, ладно. Так, сюда все. Так, у нас тут пошли уже, они уже пошли. Так, ну я думал, сработает, но да ладно. Так, ждем. Вот он. Доступный салют, все. Все, так. Здесь все, так. Здесь получается еще лучников заспавним. Чтобы они их убивали. Так, и получается здесь еще и таких просто обычных воинов. Карты можно посмотреть даже. Так. По-моему, никто больше не идет. А, идут. Так, мы их. Давайте закидаем бомбы как-нибудь. Так, все. Здесь, значит, ставим вот этих вот. Здесь ставим этих. И коня. Коня. Там они пока что ломают их не базы. Наш уже убивает их. Здесь двое идут. Двоих-то я точно выиграю.
Давай загружайся. Мне еще нужны эти. Блин, не тех выбрал, ладно. Все, мы выиграли. В общем, вот так вот я поиграл. Если будет кому интересно, это довольно-таки интересная игра. Называется она Clash of Castle. Да, очень интересная игра. В общем, здесь можно играть по сети, то есть нажимаете мультиплеер, настраиваете сервер, пусть не ищет. То есть нажимаете здесь, какой у вас хост. Здесь выводите, какой вам нужно. Например, здесь можно... Localhost, можно здесь написать любое название, например, Нова, нет, например, привет всем, так, привет всем, сервер only, так, нет, matchmaker, change server, local, интернет, можно здесь настроить, можно настроить стагинг, можно искать интернет матч, disable, опять, ну, в общем, вы поняли. Можем здесь поиграть. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.